что по игре сказать? Фрагменты были неплохие, но в целом так я, наверное, игрой недоволен. Вот, потому что начали вальяжно первый тайм, потом собрались, начали играть быстрее, сразу появились моменты, стали переигрывать соперника. Вот. После перерыва тоже просил играть быстро, но не суетиться. Казалось, что быстро это пока еще неправильное решение принимали, какая-то спешка в простых ситуациях. Вот. Ну, конечно, соперник стал обороняться всей командой, было не так просто ее взломать, но те моменты, что были, мы их не реализовали. Но так, линии атаки я не очень доволен. Спасибо. Ваши вопросы? Сергей Витальевич, начало чемпионата Стоянов пропускает, хотя вчера он за Дубль играл, что с ним? Нет, просто те матчи, которые вот он провел, я думаю, что ему надо время, чтобы адаптироваться. Вот. И хочу его немножко подвести, посмотреть как. Плюс я знаю, что здесь нам пришлось бы много атаковать, он больше игрок такой контратакующий, когда есть пространство. Здесь этого пространства было не так много, поэтому вот. Ну, у нас есть Артем Быков, так он в обороне лучше играет. У Стоянова, ну, может, не сам, в атаку он неплохо там бежит вперед, но еще пока надо, чтобы он немножко притерся к футболистам.